Персей, стейт, near my house. Короче, стоит этот Персей недалеко от моего дома. Там у него причал. А вот появляется большой, красивый старый немецкий речной теплоход. Интересно, они, наверное, в году 70-80 ГДР заказали. Сколько ж им лет уже? 40 или 50. Но все равно они прекрасны. Я на нем плавал, правда, в нашей кабине что-то там. Короче, плохо было с унитазом. Не, ну он-то работал, но протекал. И почему-то мы и не жаловались. Короче, от Ростова до Москвы на таком лайнере. И здорово сидеть на носе, когда идешь там. Там водохранилище к чертовой бабушке на этой Волге. Берегов не видно, водохранилище. Как-то по морю идешь. Он, значит, ночью идет, а днем стоит.